Кузиков Игорь. Игорь, а почему ты здесь находишься? Я совершил преступление. Убил трех человек. Трех человек убил, распилил и съел печень и сердце. Он сидел на кухне, я его угоняю, говорю, выходи, Саша, выходи. Он мне, нет, не. Взял нож, он сидит вот так и спит прямо. Я его выгоняю, не пойду, пьяный сидел. А я не выпивший был, с трезвой головой. Угу. И ударил его вот сюда, в шею, ножом большим у меня. Он как сидел, так и умер. Я съел половину печени, вылил там, у меня были макароны, я ведро и вынес все в мусорный контейнер, ванны распилю, голову распилю, руки распилю, ноги вот так распилю, здесь вот так расчленю, вытащу оттуда сердце, кишки вытащу. Ну, страшновато, очень неприятно, не по себе тоже. И я же все-таки тоже человек, не какой-нибудь там вообще непонятный. Я две простыни, две наволочки замотал, все это, кишки там. А чем ты потом отмывал? Вот кровью же ты испачкал и ванну, и комнату, чем ты ее мыл? Водой, холодной водой. И все. Почему холодной? Чтобы запаха не было. Холодный лучше. Ну, больше ничего. У меня нечем. Надо покупать. Дорого все стоит. Порошок, мыло дорого стоит. Отец мой, Кузиков, Закирья, он убил мою мать. В 73-м году убил мать. А мы с братом остались сиротой. Тетя нас воспитала, сиротой остался я. В детстве у тебя не было животного дома? Был. Кто? Черепаха была такая, большая черепаха. Я ее молотком расколол. Зачем? Не знаю. Квартиру был. Ну а все-таки вот где ты брал деньги на еду, на одежду? Я брал. Бутылки сдавал, бутылки ходил в магазин, там женщина знакомая собирала бутылки пустые, мне давала. Я ей половину суммы отдавал, бутылки сдавал. Что ты покупал в магазинах? Обычно сахарный песок и еще крупу и батоны. Рис варю сахарным песком и все. Почему ты убивал только мужчин и никогда не убивал женщин? Женщинам более люблю женщин. Ну, не могу руку поднять на женщин. Сколько у меня женщин было, и бомжихи у меня жили, и так приходили хорошие женщины. Никогда ни на кого, постоянно почему-то в хороших отношениях, хоть они мне и гадости всякие иногда делали, иногда, но чтобы убить или ударить, я не мог поднять. Я никогда никого не хотел убивать, никогда. Черепах, я только на живот, я могу убивать животных, курицу могу отрубить голову, а вот дошел до людей.